Доброго времени суток, зрители, члены, гости нашего канала. С вами Росси, и вы на канале Роли Гейм Онлайн. И мы продолжаем играть в игру Гномы. В прошлом видео мы начали собираться в поход. В поход, который по карте, которую нам дал отшельник. Мы получили ее в обмен на хомяков. И мы начали собираться. Значит, если я не ошибаюсь, у всех наших гномов практически уже есть рюкзаки. Осталось нам только сделать еще дубинок. Здесь у нас примитивная ванна есть. Вот примитивную кухню, кстати, мы почему-то... Я ее не развернул. Я ее почему-то не развернул. А не развернул я, потому что она нигде не влазит. Она нигде не влазит. Ну ничего. Так, здесь у нас разводятся хомяки. Здесь у нас разводится ни хрена. Здесь мы тогда будем разводить грибы. Так, хотелось бы еще сделать лифт вот здесь, чтобы было быстрее, потому что лестница до конца не достает. Ну, на лифт у нас пока нету обученных гномов, которые могут это сделать. Ускорим время. Исследовали мы аванпост. Он, конечно, нам тут нафиг не нужен, но все же. Кухню мы не смогли развернуть, потому что она не помещается у нас, к сожалению. Кстати, а вон... Я вам только сейчас обратил внимание, что у нас есть... А ну-ка, вы вдвоем. Идите и наваляйте. Нет, вот вы, ты и ты. Наваляйте этой хрень. Я только сейчас обратил внимание, что у нас здесь... Отличное растение стоит. Угу. В принципе, он сам победил. А дальше, кстати, проход. Это случайно проход не к этим? Нет, это не проход. Здесь мы не прокопаем. Так, а кто там у нас с картой был? Карта. Угу. Вот здесь мы, наверное, опускаемся вниз. Право вниз. Но опять же, вот здесь мы тоже не прокопаем, потому что... Так, еще раз карту посмотрим. Серджи. Ой-ой-ой, вот это я так повернул. Так, Серджи, еще раз карту. Интересно, откуда это начнет копать. Может, отсюда? Вот он вниз идет. Значит, соответственно, вниз. Так, нам надо, знаете, что сделать? Нам нужно сначала разведать. Люсьен, ты без работы, но тебя, блин, ни хрена и нет. Ни рюкзака, ни дубинки, ни черта. Так. Что тут у нас? Дубинку сделали? Сделали. Люсьен, вперед. Мой клуб. Иди делай. Бери дубинку. Так, здесь нам еще рюкзак один нужен. Так, готова примитивная ванна. Так, 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 так. Тоже она тут ни хрена не помещается. Ладно. Ставим здесь. Где там наш Люсьен? Вот он. Да она. Я извиняюсь, не обратил даже внимания. Вперед. Вперед на разведку. И, наверное, поставим столб. Тоже воспользуемся. Не зря ж мы его исследовали. После дубинки. Точнее, не столб, а сторожку поставим там. Ну и столб тоже. И можно уже ловушку исследовать. Кстати, классная тема по поводу ловушки. Играл я, ну, вне записи, просто обычный матч с другими кланами. Кстати, очень легко. Вообще абсолютно никакой сложности.
не представляет, поэтому если кто-то будет играть, то я думаю, вы разочаруетесь. Компьютер тупой оказался очень сильно, и в принципе я без труда и даже без особого развития победил всех. И кстати, при уничтожении всех других кланов игра на этом не заканчивается. Ну, вы дальше можете развиваться, играть. Это уже мне очень интересно. За кухню, конечно, обидно получилось. Давай быстрее спускайся. Ты пока спустишься, я уже и постарею. Ну, в чем проблема? Спускайся. Я знаю, что ты уже отдыхать готова идти. Так вот, к чему я? В общем, играл против компьютеров, мало того, что он тупой, это ловушка, классная тема. В общем, ставите ее, и после того, как вы ее ставите, то тот, кто проходит под ней, получает охренительный урон. Просто охренительный. Так, и цена. Ух ты, действительно глубоко. Так, как я понял, ребятки, это вход в крепость троллей. То есть, соответственно, уже начинает работать наша карта. Значит, нам нужно будет вот здесь обкопать, обкопать, обкопать и там выйти. Я думаю, это так. Сейчас мы до конца разведаем, что здесь происходит. А что, по ступенькам подняться нельзя? Надо именно по стене ползти. Так, хищное растение. Ну, думаю, мы ему наваляем. У нас есть дубинка. На. Раз мы сюда уже причапали, заберем с собой жар грибы. Сразу. Я не надо было, ну ладно. Сразу уничтожим. Один жар гриб. Ну, в принципе, я увидел то, что я хотел увидеть. Поэтому можем ее отправлять обратно. У нас, кстати, ни хрена не мапа еде. Смена, которая заступила, давай. Руби, метол. Что тут у нас по дубинкам? Так, толбу готов. Влупим его здесь, чтобы видеть, что там происходит. Четыре дубинки нужно сделать нам. Итак, Гера, давай. А, ты занят. Он Даша ни хрена не делает. Иди забирай дубинку себе. Еще четыре дубинки, но никто не спешит их делать. Так, душ мы поставили. Дорожка у нас еще будет делаться. Кстати, где-то я видел эти. Надо немножко здесь пойти в бок посмотреть, что там. Так, там у нас. Ага, рюкзак. Тут у нас без рюкзака. Извиняюсь, Люсьен был. Была. Все, жрачка у нас готовится. Плохо, что у нас один только, одна палатка тут стоит. Надо, короче, потихоньку, наверное, переезжать, я так думаю. Не вылаживай. Всю эту хрень, что ты там нашла. Отдыхай. Так, нам надо переезжать.
Сюда, наверное, ферму перенесем. Значит, прекратите их производить. Ферму сверните. Перенесем ее вниз. А сюда поставим, наверное, кухню. И это перенесем тоже. Ничего уже не делаем. Тоже перенесем вниз. Так, давай съебись с этого. Блин, туда не перенесется. А если сюда эту ферму влупить, тоже не хочет. Какие-то все неправильные, блин, эти у нас. Так, ладно. Берем, короче, ферму бери. И шуруй туда вниз. Проверим по факту. Это у нас мы поместим. Вообще тут ни хрена не помещается. Меня это немножко расстраивает. Ладно. Давайте тут эту хрень мы разместим. Вот тут. Так, ты пришел. Рубим ферму. Хорошо. А если мы срубим гриб? Посмотрим, что вы на это скажете. Нет, все равно в тупую не хочет она там ферму разворачивать. Ладно, другого варианта нет тогда здесь. А вот эту хрень мы сможем... Душевая? Примитивная ванна. Примитивную ванну мы поставим рядом с примитивной кухней. Сделаем шаг конем. Уже повыжирали они все. Надо дальше готовить. Надо будет. О, кстати, на ездниках склад — хорошая штука. В складе можно все вот это, ну, кучу свести, все эти камни, чтобы они не валялись. Мне кажется, это для таких перфекционистов, которые не хотят, чтобы у них был бардак, чтобы все было красиво сложено. Единственное, что, конечно, мы теряем, будем теперь терять время в плане доставки сюда на кухню еды какой-то. Ну, попробуем не захватить спаун грибов для того, чтобы дальше можно было их ими пользоваться. И там еще вон куча. Палатку надо забрать. Надо забрать палатку. Кто тут у нас? Серджи ни хрена не делает. Шуруй, подбери палатку. Никто у нас пока не пошел исследовать новые эти. Что-то никто не пошел душ сворачивать. А, нет, душ свернули. Сворачивать как раз. Я за него забыл совсем. Так. Подбирай палатку. У
Блин, это она может не поместиться. Мы можем спавн захватить. Ладно. Шаруй сюда. Давайте свернем костер. Свернем костер. О, вернем эту палатку и постараемся их сдвинуть просто в бок. Так, наверное, сделаем. Кухня готова. Так, это мы. Костер мы, наверное, развернем. О, новое исследование скакун. Вот тут костер развернем. Пускай там будет так. Просто, чтобы был. Итак, скакун. Твои гномы сделали открытие, что хомяки могут использоваться в качестве ездовых животных. И это при том, что им миллион раз говорили не играть с едой. Впрочем, сейчас их ругать не стоит. В самом деле, применение хомячков в качестве транспортного средства позволяет значительно повысить мобильность гномов, а если бы они еще по стенам лазили, цены бы такому не было провианта. Понятно. Хотя, кстати, хомяков надо разводить. Так, все, тут мы все посворачивали. Теперь разворачиваем. Теперь эти палатки надо развернуть. Так, душу у нас там собрали. Максимально близко. Насколько это возможно. Видите, у нас ни хрена нету, ничего не можем приготовить. Так, все заняты. Понял. Начали наконец-то делать дубинки. Так, Даша с дубинкой. Без дубинки, но зато с кучей материалов стоит. Блин, криворукие. Возьми рюкзачок. Вот так. И иди забери дубинку. Сильвия тоже без дубинки. Но Сильвия заберет вот эту. Есть такое дело. Что там, хомяков разводит или нет? Да, хомяков. Разведение хомяков пошло. Склад мы так и не исследовали, и лифт мы так и не исследовали. Зато разворачиваем этот, а почему мы не можем... А, не хватает электроэнергии. Так вроде же эта хрень стоит. Не достает, что ли? А если включай? Ладно, перенесем поближе. Тогда, блин, придется палатку опять сдвигать. Как меня достали. По 10 тысяч раз. Сверни, разверни. Но надо в любом случае этот вопрос решить, потому что кухня нам нужна. Так, перенесем чуть-чуть. То я тоже думаю, странно, почему мы не можем производить жар-гриб, если у нас он два гриба растут. Думаю, какая-то хрень. Не показалось, не показалось. Так, есть такое дело.
Вот, так что осталось, наверное, еще возьмем сейчас всех, вооружим скакунами, чтобы они быстрее передвигались. Значит, мы нашли крепость троллей. В следующем видео уже начнем копать ее. Уни, родился новый гном у нас. Вот он. Мамка здесь на мастерской плотника лупит таковых хомяков. И в перерыве на обеде рожает новых гномов. Так, с этим мы разобрались. Значит, кухня у нас теперь функционирует. Кухня функционирует. С палатками уже наконец-то тоже разобрались немного. Ловушки не вижу смысла ставить. Но здесь что-то такое небольшое бы поставить. Кстати, прокопал. Надо делать вот так теперь. Надо делать вот так. О, наконец-то можем делать червесу. Это суп с червяков. Я вон вижу, два у нас бегает. Три. Надо будет сделать ферму, чтобы их начать разводить. Пивоварня. Заразная тема, но надо делать. Червецу новое открытие. Ой, вот только не надо морщить нос. Червяки, между прочим, очень богаты протеинами и вообще полезны для здоровья. Просто варить их надо в огромном котле и при этом постоянно помешивать. И, конечно, не забывать приглядывать за ними. Ты же не хочешь, чтобы червяки разбежались и пропустили трапезу, верно? А в результате своих стараний ты получишь отменное блюдо червесу, или по-простому червячный суп. Так, уже скакун у нас один есть. Ты его сделала, сразу бери себе. Разъехались наши ребята. Блин, лифт, лифт очень надо. Очень надо лифт. Есть такое дело. Пивоварню мы поставим здесь, наверное, вместе с фермой. То есть нам надо еще две фермы. Одна ферма на червяков и одна ферма надо для грибов. Для того, чтобы пивоварню сразу мы могла себе обеспечивать грибами. Ну, поехала. Видите, как теперь удобненько стало. Вперед. Ты ни хрена не делаешь, иди помогай. Склад новое открытие. Склад мы, наверное, тут поставим. Относительно недалеко от нашего спавна. Вообще надо потихонечку переезжать вниз. Но я рассчитываю на то, что когда мы освободим ключницу, у нас будет время собраться, я так думаю. Прежде перехода на следующий уровень, мы все снесем склад. Один здесь. В эти склады мы все снесем. Упакуем хорошенько. Ой-ой-ой, тут походу копать нельзя. Да. Тут копать нельзя. Ну, давай такую покопаем. Ничего. Второй склад куда-нибудь принесем. Так, склад. Тебя никогда не интересовало, почему твои гномы всегда отказываются с заваленными пустыми бутылками и прочим мусором? Хотя их-то ты никогда и не покупаешь. Или, например, откуда в спальне взялся мешок с сушеными хомячками, а в ванной отбойный молоток? Пожалуй, лучше, когда все это лежит на месте, на складе. Только не забудь пометить, какие именно предметы ты хочешь видеть на складе. Ну да, там можно слаживать, к примеру, еду, коробки и так далее. То есть можно сортировать немножко.
Так, хомяков делают. Фермы делаются. Хорошо, ускорим. Больше жар грибов. Пивоварня. Вчера они готовили, сегодня варили. Для того, чтобы завтра посидеть на совесть. Гноми очень любит пропустить по паре кружек чего-нибудь освежающего с друзьями. Поэтому на тебя ложится очень важная обязанность следить, чтобы это что-то всегда было в наличии. На пивоварне, кроме самого пива или эля, как частенько называют его сами гномы, можно воплощать в жизнь и несколько других рецептов. Малый Элисдор, к примеру. Пиво, Элисдор. Так, стоит иметь в виду, что гномы никогда никого ничем не угощают, разве что тумаками. Учитывая эту их способность, лучше позаботиться заранее, чтобы пивоварня не простаивала. Барни скрывался, а гномы пребывали в хорошем расположении духа. Это же потом бар нужно будет сделать. Вот, о, наконец-то лифт. Наконец-то. Лифт, бар. Сейчас, ребятки, дело пойдет. Лифты не захватываю. Так, хорошо. Мы эту хрень перенесем тогда. А это поставим сюда. И уже будет лучше. Я думал, они докопали. Накопошатся. Так, ферма готова. Блин, не влазит. А нет, влазит, все хорошо. Новый гном родился, что ли, или тут все старый лазит? Это все тот же. Смотрите, на пивоварню они сразу себе нашли, блин. А, тут он на хомяка ездового. Подождем. Ну вот так, сразу. А, это уже другое будет это делать. Что тут у нас по идее? По идее у нас ни хрена нема. Мне это не нравится, что у нас. Постоянно отсутствует еда. Все тусят возле туалета и душа. Нету. А это скакун, все правильно, все, то я переживал, что я просто хомяка взял. Отлично, у нас появилась новая пещера. Потому что склад, наверное, в эту маленькую не влезет. Я точно не помню. Не буду утверждать. Жалко, знаете что? Жалко, что нельзя поверх делать. А не, можно. Просто мне мешает камень. Можно делать поверх, это радостно. То есть мы эту всю хрень можем увеличить, да? И тогда придется нам. Угу. Видите? Мешает. Ну хоть тут увеличим. Так, эту хрень мы свернули. И она тут не поместится. Ну тогда. Вот тут и будет самое место. Точно. А мы, знаете, как мы с вами вот так переделаем. Так можно? Нет, мешает. Ладно. Судьбу не получилось обмануть. У нас там еще фермы должны были сделать где-то. Если я не ошибаюсь. Не тут. Здесь.
Нож типа приносили, но что-то никто не стал делать. А, вот он пришел. Это ж наша ферма под пивоварню. Так, здесь у нас они готовы. Давайте исследуем червяков и начнем их разводить уже. Вот ты хоть и отдыхаешь, но ты ни хрена не делаешь. Иди бочку разбей. Так. И вон куча червяков лазит. И книжка. 100 лучших приемов. Нет, книжку не бери. Ты уже стар. Тебе она не нужна. По червякам. Угу. Пропустили вспышку. Надо ждать, пока смена поменяется. Хорошо, мне другое интересует. Вот ты на себя одела вот типа шахтер. Так и давай, поработай. С едой, но все так же печально. Ладно, там готовит. Ферму сделали. Ну, так если ты хочешь есть, что ты от меня хочешь? Шуруй наверх. А нет, все, я думал, что он застрял. Странный какой-то дядька. Не могу понять, что он через левую сторону не идет. А ты что тут стал? Ребята, что-то вы мне не нравитесь. Каждого нужно контролировать. Куча работы, блин, не поделанная. Вы стоите, у нас уковыряетесь. Суни, ты уже что там? Ты где вообще? С томиком в руках. Просто хомяк лежит. Да, это найдет только делать. Рискнем разместить здесь ферму. Рядом попробуем поставить пивоварню. Если не получится, тогда мы пивоварню поставим в соседнюю влево, где мы сейчас делаем шире. И там склад. А тут тогда вторую ферму лупанем. Ну как лупанем? Мы даже можем, наверное,
вот эту перенести туда вниз. Наверное, как-то так. Тут уже можно сразу грибы. Разводить. Короче, походу, пока не всех скакунов не переделают, никто там ничего исследовать не будет. Хорошо, а тут мы можем большую поставить? Такую. Чуть-чуть не хватает, обидно. Ладно, все равно можно увеличить будет потом. Увеличить и поставить опять же две фермы. У нас этих ферм куча. Так, скакун готов. У тебя есть? Нету. Шуруй, возьми себе скакуна. Принялись восстанавливать, расширять следующую пещеру автоматически. Это хорошо. Это больше расширить. Ой, не. Не надо. Еще глючить будут потом. Это что у нас плавили? Знаете, сколько здесь... О, бар открыли. После долгожданного рабочего дня каждый нормальный гном хочет не менее нормально отдохнуть. В баре они могут посидеть и, конечно же, выпить чего-нибудь освежающего. Все, что нужно, это достаточное количество пива и толковый бармен. А дальше все придет само собой. Да, только лифт еще бы, ребята, хотелось бы увидеть в этой жизни. Пивоварня. Пивоварня, наверное, сейчас быстро будет клепать. Ну да, я же сказал. На пивоварне уже заготовки понесли. Да, вы видите, у них тут какая-то хрень происходит. Короче, будьте нахрен. Эту дрянь. Вернуть ее нахрен. Так что будете знать, что вот так вот ставить не надо. Все, есть кто свернет. Мой этот взял себе спокойно обошел. Или это проблема не в этом, а в лестнице. Не знаю. Даже не знаю, что сказать. Так, эту хрень мы сворачиваем. Здесь тогда исследуйте хомяков этих, ой, точнее не хомяков, а ну, нет, нормально, обошел, значит проблема не в лестнице.
Лифт, новое открытие. Хорошо, наконец-то. Наконец-то. Нам надо склад, нам надо лифт, нам много чего надо. Плавильня. К сожалению, тебе не удастся найти под землей железо в чистом виде, а вот в грязном сколько угодно. Ни разу, кстати, не находил. Здесь, по крайней мере, еще. В обычной игре против ботов находил, а здесь не находил еще ни разу. Так, мы что-то тут еще ферму сворачиваем. Вот уже свернули. Я понял. Давай, фуэр. Все это нахрен попробовать. Потому что мы не можем открыть ферму, точнее, не можем поставить. Вот так. Теперь че? Раз. Пивоварня, кстати, обратите внимание, уже готова. А тут мы не можем поставить, потому что надо всю эту дичь убрать. Понятно. Так, ладно, пивоварню. Ну, почти. Что и следовало доказать. Мы развернем, да, вот эту ферму мы развернем вот здесь и тоже там будем грибы выращивать, а здесь будем выращивать, наверное, еще хомяков и этих, скажите мне, и червяков. Еще одну ферму надо. Правильно, забираю это все отсюда. Шляпку бы еще забрать. Так, еды, не хватает еды. Все, пивоварня пошла. Так, тут тоже грибы. Что там у нас по хомякам? Мы готовы еще? Да, скакуны готовы. Так, Сильвия, нету скакуна, вперед. Сильвия пришел, хорошо. Так, у Талики тоже нету, вперед. Мне все так же нужен лифт. Его как раз делает. Ладно, так, раз мы делаем лифт, тогда вот эту лестницу, нет, не вот эту. Вот эту лестницу можно убирать. Так, и потихоньку можно начинать делать пиво. Потому что она уходит, ой, как быстро, как будет бар. Ферма делается. Я только что не понял, что это было за движение такое. Гномов в природе. Червяков, наверное, еще давай. А, это же я их сюда послал, чтобы они хомяков забрали. Точно, вспомнил. Все, лифт начали клепать. Сейчас на этой лепятке поставим лифт. Наварим немножко пива и будем заканчивать это видео. В следующем видео начнем копать. Обкопаем вокруг троллей. В принципе, у нас уже все вооружены, все с рюкзаками. К тому моменту, пока обкопаем, уже все будут на хомяках. Столько наделали жар грибов, все сожрали уже.
Так, лестницу собрали. Лестницу мы поставим здесь, потому что у нас тут будет большой поток к бару. Давай, давай, заканчивай уже с лифтом. Есть такое дело. Ставим лифт. Ферма готова, отлично. Так, ферма, ферма, ферма у нас вот сюда. Получается, с одного заказанного пива получается два бочонка. Два бочонка, один бочонок на одного гнома. На один заход. А тусят они там постоянно. Кстати, мы тут ничего не разводим. Мяков. Блин, кухня просто не справляется. Так, а тем временем лифт у нас уже функционирует. Отлично, у тебя есть хомяк? Нет, так возьми. А этого выложи. Еще парочку. Еще парочку. Что-то у нас по пиву. Так, уже 6 бочонков. Давайте еще пару бочоночков и заканчиваем. Так, хомяков разводим, которых нет. По хомякам мы просели что-то сильно. Походу. Сильно просели по хомякам, потому что начали активно штамповать эти. Так, чем ты так нагружен? Ого, ты хомяков несешь. Аж голодный. Сытость 30. Ладно, придется здесь запускать второй цех на костре на этом. Кто у нас там вообще работает? Люсьен, у тебя есть? Супруг есть. Но у тебя никого нету, да? Но ты и выходной. Делают. Тут разводят, там тоже разводят. Этих развели уже. Пиво скоро будет готово. Видите, как интересно все продумано в том плане, что из грибных шляпок он делает пиво, из грибных ножек делают бочки под пиво. Бочоночки небольшие. Ну, ты сейчас как раз приготовишь, как раз и схаваешь. Еще не хватало, чтоб с голоду умер.
Не сильно, конечно, ему сытость подняла, но ничего. Еще одну схавает. Нормально. Не наедаются они этими грибными шляпками жареными. Бери себе скакуна. Его варится полным ходом. Туда их не надо заставлять идти, туда они сами бегут. Пиво варить. Это их там заставить хомяка сделать? Да, это да. Но все-таки, как ни крутите, скорость на хомяках намного больше. Нет, ощутимо. Видели, как он бег трясцой на месте был у него, ждал пока лифт. Так, там развернули. Там бы еще поставить этот пост, чтобы я видел тот камень, чтобы они могли его использовать. Загружено так это. Я работаю идет через мастерскую плотника у меня. Ну что тут, никто готовить не хочет. А, повар едет на лифте. Я вас понял. Ничего, пришли там, похавали. Так. Половили все равно нужно будет сделать. Стоп. Хоть нам и не хорошо плавить, но... На костре быстрее процесс готовки происходит, но на кухне зато можно червесу делать. Да и как-то выглядит по-другому, когда они там. Опа, я могу делать малый Элисдор, исследователь. Элидор вроде для сил здоровья. Но он подтащил. Интересно, нахрена ему столько хомяков? Явно, что он их не готовить взял с собой. О, женщина, мужчинка. Вот вы как раз и будете потом вместе. Что ж он готовит? А нет, хомяков готовит. И пошел с рюкзаком дальше ходить. Ладно, похавай, потом выгрузишь. Ты смотри, блин. Нормально придумал так ходить с ними. Выгружай. Что-то задумался. Все, теперь может быть свободен. На мясо не сразу накинулись. Блин, придется тут постоянно. Короче, это уже в постоянном режиме готовить. Хрень. Пиво у нас уже наварили нормально. Скоро можно будет бар делать.
О, тут уже так. Ты куда идешь вообще? Ага, молодец. Как у нас за это возьми. Так, и того есть. Нету скакуна. Вперед. Прям там пожарила гриб и пот вытирает, устала. Черевесу хорошо повышает сытость. Налетели коршуны, сейчас все разобрали, наверное, да? Да. Жаргиб только остался. Хорошо, что по три готовят, блин, но не по два куска. Так, тут у нас столб готов. Столб я хотел поставить вот тут. Столб хотел поставить вот тут. Здесь меня интересует. Можем прокопать? Было бы неплохо. Так, ладно, ребят, все, этим будем заниматься в следующей серии, потому что я уже так затянул, наверное, очень сильно. Спасибо всем за просмотр, если кто-то досмотрел. Спасибо за лайки, за комментарии. Всем пока, до скорой встречи, и с вами был Руси.